Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковка по ссылке с сайта aliexpress.com. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем! Ну что ж, здесь вот такие вот две посылочки. Вот, так вот. И что же здесь может быть? Что-то замотанное. И здесь у нас вот такой вот динамик. Насадка на кран. Насадка на кран. Здесь. Вот такая вот насадочка. На кран. Уверен, что второй посылке то же самое. Металл и пластмасса материал. Ну, в принципе, больше ничего такого не могу сказать. Ну что ж, переходим к следующей посылке. Следующая посылка — это вот это. Распаковываем. Все, думаю, этого хватит. Что же здесь такое? Здесь у нас тут резиновые. Что это? Так, не вынимается. Все, вынес. И это что-то резиновое. На кран вешается для мелочей. Понятно. Силиконовая. Пахнет от нее не совсем как-то приятно. Запах издает плохой. Стёгивается тоже как-то неудобно. Потому что здесь попросту не могу застегнуть никак. Такая вот застёпка здесь. Все-таки сделаю. На кран такая вот вешается всяких мелочевки. Ну что ж, вот такие вот две у нас были посылки для ванны. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии под видео. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока.